Добрый день, меня зовут Глеб Кобец, я автор канала «Интересный Калгари» об иммиграции, адаптации и жизни в Канаде. И это мое видео для конкурса «Хорошо», который проводится на канале Михаила Портнова «Голос Кремниевой долины». Я думаю, что многим из вас знакома пословица из поговорка из старого советского фильма. Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше. Точно. Действительно, хорошо жить еще лучше. К примеру, я хорошо умею бегать полумарафоны, неплохо катаюсь на велосипеде, играю в теннис. Я хорошо умею готовить, я неплохо разбираюсь в финансах и знаю, как хорошо провести аудит компании. Ну, я, наверное, хорошо знаю, какое вино нравится моей супруге. Но это хорошо у меня. Я думаю, что у каждого из вас есть свои хорошо. Но когда я увидел информацию на канале Михаила об этом конкурсе, об его условиях, я вот подумал, что же такого хорошего есть у всех у нас. И первое, что мне пришло в голову, это выбор. Выбор – это действительно то уникальное явление, которое есть абсолютно у каждого человека. А вне зависимости от той ситуации, которая складывается у нас в жизни, хорошая она или плохая, у нас практически всегда есть выбор. Я глубоко убежден, что каждый человек наделен этим правом выбирать. И даже в самых безвыходных, на первый взгляд, ситуациях, у человека всегда есть выбор. По крайней мере, не так, как действовать, но, по крайней мере, как относиться к этой ситуации. Да? Всегда можно относиться или хорошо, или плохо. Если мы относимся плохо, мы начинаем расстраиваться, мы начинаем о чем-то переживать, мы можем кого-то винить в своих неудачах, мы там в крайнем случае посыпаем голову пеплом, но в наших руках есть право относиться к ситуации хорошо и найти в ней что-то хорошее. Хорошо, что у нас есть YouTube и канал Михаила, на котором мы можем смотреть его видео и слушать его интересные какие-то умозаключения, да, и взгляды на жизнь в Соединенных Штатах Америки. Хорошо, что у нас есть выбор смотреть то, что мы хотим. Хорошо, что у нас есть выбор кушать, что мы хотим, делать, что мы хотим, работать, где мы хотим, выбирать университеты для наших детей или чем они будут заниматься. В общем, для меня хорошо в жизни – это когда я могу выбирать, и я могу действовать так, как я хочу. Я желаю всем вам, чтобы у вас тоже в жизни все складывалось хорошо, у вас всегда были хорошие решения, и я желаю, чтобы какая бы ситуация у вас ни сложилась, вы всегда из нее вынесли что-то хорошее. Спасибо за то, что вы посмотрели меня. Приглашаю вас на свой канал «Интересный Калгари». Также продолжайте смотреть видео на канале Михаила Портнова «Голос Кремниевой долины», что я тоже собираюсь сделать. Огромное спасибо Михаилу за такую возможность высказаться и вообще поразмыслить на тему, а что же такого хорошего есть в нашей жизни. Всем спасибо, всем удачи и всего хорошего. До свидания.